Вышло! Я в шоке! 2021 года, вы просто посмотрите, насколько же все это красиво. Здорово всем, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сейчас вы будете просто в шоке, потому что прямо сегодня вышло обновление 0.15.1, и вы просто будете в шоке от того, что добавили. Я скажу сразу, на обычных андроидах обновлений нету, потому даже не ждите. Обновление выйдет спустя пару дней или как минимум пару часов, так что, ребята, присаживайтесь поудобней, прямо сейчас я вам все расскажу. Ну а прямо сейчас хотел бы тебе подарить данный кунай пойзен. Чтобы получить совершенно бесплатно, тебе надо, первое, поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, написать любой хороший комментарий плюс твой ID. И третье, самое важное, посмотри все видео от начала до конца без перемоток. Как обычно, залетаем на G стендов и крутим барабан бонусов. Также по моему промокоду вы получаете еще один бесплатный барабан бонусов. Также добавили бесплатные подарки за пополнение. Пополняешь просто баланс и получаешь подарки. Первые 3 скина вы получаете бесплатно при пополнении в 300 рублей. Также, ребята, есть очень крутые конкурсы на ножи, на голду и так далее в группе ВК. Все нужные ссылочки есть в описании. Также при пополнении вводи мой промокод и получай 35% пополнения обратно. Ну что же, дамы и господа, для начала хотел бы вам показать пруфы, потому что многие из вас могут подумать, то, что я все это придумал и обновления нету. Ребят, окей, без проблем. Прямо сейчас я прихожу в веб-галлери, и вы посмотрите, что же тут есть. Версия 0.15.1. Обновление вышло прямо сегодня, 08.02.2021 года. Ребят, я просто в шоке. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что же у нас поменяли. Может, какие-то картинки добавили. Ну, вроде бы я смотрю картиночки, в принципе, плюс-минус все те же самые, что и были. А теперь давай-ка почитаю описание. В описании все то же самое, что и было. Так, описание не поменяли. Значит, идемте смотреть дальше. Ну а прямо сейчас я, ребята, открываю стендов, чтобы посмотреть, что же там изменили. Потому что только что я скачал обновленную версию стендов. А так, ребят, давайте. Я надеюсь, вы готовы, потому что я лично готов. Я уже готов комментировать обновление, я уже готов в него играть. Я уже готов его смотреть. Так, ну что там? Ну что же, мы прогрузились. Первое, что хочу проверить, играет ли музыка в меню, когда она выключена. Потому что раньше, если вы не знали, я нахрен выключаю музыку, а она все равно играла. Давайте проверим. Нажимаю кнопочку «Применить» и... О, чудо! Первый баг исправили. За это разработчикам огромнейший респект. Так, а теперь самое интересное. Вы посмотрите, что я вижу. Надпись Revival, а тут же раньше был Gold Pass. Что же это означает? То, что скины из Gold Pass, как я говорил, в ближайшее время прям очень-очень скоро выйдут на рынок. Возможно, они даже прямо сейчас выйдут на рынок, кто его знает. Ребята, я просто в шоке. Также, как я вижу, добавили новые медальки. Но я думаю, новая медалька уже ни для кого не секрет, уже давно слили. Давайте-ка перейдем на рынок, что же есть интересненького тут. А, стоп, вы сейчас скажете, Кента ПК, опять ты кликбейтишь. Проверочка, 0.15.1, ребят, ну как я и говорил, реально, все-таки выпустили обновление, то есть, видите, ну это уже не фотошоп, это я уже никак не переделаю, и как мы видим, обновление реально есть. Так, ну что же, а теперь давайте-ка мы перейдем на рыночек и посмотрим, что же добавили тут. Что же я вижу? Я вижу, Revival коллекции сместили сюда, раньше она была под хэллоуинской, так, это уже меня радует. Понимаю. Цены на рынке вроде бы как были, так и остались. Но я почему-то не вижу новогоднюю коллекцию. Где новогодняя коллекция? Где New Year 2021? А я почему-то не вижу новогоднюю коллекцию. Ребята, вы чё? Алло? Ёлки-палки, то ли я слепой, то ли реально ее нету. Также, ребятки, как утверждает мой модератор Мишаня, он говорит, что поменяли загрузочное меню. Но я, правда, смотрел, я не понял, что поменяли, но мало ли вы заметили, напишите об этом в комментариях. Да и вообще, если я что-то пропустил, пишите об этом в комментариях. Так, ну что же, а теперь давайте-ка мы с вами проверим режимы. Я скажу сразу то, что сейчас все лагает, потому что вышло обновление. Как вы видите, ребят, я даже не могу выбрать регион. Посмотрите, насколько все плохо. Так, ну что же, смотрим режимы. Как я вижу, убрали 2 новогодних режима. Мне вот интересно, а карты изменили или нет? Как думаете? Как думаете? Блин, ребята, к сожалению, стендов просто не работает. Поэтому я даже не знаю, карты изменили или нет. Но я думаю, скорее всего, карты тоже изменили и убрали новогодние карты. И, ребята, мало ли кто не знал, я уже даже выпустил видео на канале, добавили новую анимацию на G-команды. Я прям сейчас смотрю, ребята, как же это круто, мать моя женщина, посмотрите на эту анимацию более детально, она просто великолепна. Это лучшая анимация вообще, которая есть в стендофе. Я лучше, чем эту анимацию, просто-напросто не видел.
И, ребята, самое обидное, что я себе хочу купить G-команда, чтобы повторить данную анимацию, но, к сожалению, вы посмотрите, что с рынком, он просто не работает. Я уже полчаса покупаю G-команда Floral, но, к сожалению, Сендов говорит, баю-бай, кентапека, я пошел спать. Ребят, надеюсь, у меня сейчас выйдет купить данный G-команда и выйдет повторить данную анимацию. Ну, а прямо сейчас, ребята, я вам покажу новые награды, которые каждый из вас сможет получить. Внимательно посмотрите. В зависимости от вашего звания, вы сможете себе получить ту или иную награду. Как по мне, это очень круто. Потому что, например, если я элита, то я получу вот эту вот медальку. Если вы легенда, то вы сможете получить вот эту вот медальку. И мне очень интересно, а эту награду можно будет продавать или нет? Как думаете, напишите ваше предположение в комментариях. Также прямо сейчас мы, ребята, посмотрим медали за уровни 2021 года. Ну а прямо сейчас мы, ребята, увидим новые медали 2021 года. Вы просто посмотрите, насколько же все это красиво. Мы этого ждали, поэтому огромнейший респект Стендоффу, потому что, ребят, медали очень красивые. Сейчас я вам покажу следующую медаль, вы просто будете в шоке. Ребят, это бронзовая медаль. Блин, как же это круто. Кстати, я себе скоро получу свою первую бронзовую медаль. Обалдеть. Ну что же, ребятки, я только что зашел в Стендофф. Давайте смотреть новую анимацию. Вау! Это уже новая анимация на G-команда. Это Рофл. Это уже новая анимация на G-команда, ребят. Посмотрите, раньше такого не было. Я просто в шоке. Походу обновили анимации на все ножи. Я не верю своим глазам, ребята. Я просто в шоке. Посмотрите. Вау, как же это круто. Блин, ребят, просто не то слово, потому что я очень рад. Разработчики, вы большие молодцы. Так, ребят, внимательно смотрим. Внимательно. Как же он круто с руки на руку перебрасывает. Блин, ребят, просто не то слово. Я в шоке. У меня просто нету слов. Как же это красиво, как же это классно. А ну-ка, ребята, давайте попробуем сделать секретную анимацию. Так, пока что у нас получается только такая анимация. Но, тем не менее, это новая анимация, и она тоже очень-очень крутая. Вышло! Я в шоке, я просто в шоке, ребята. Как я это сделал, просто нету слов. Мать моя женщина, опупеть! Блин, Стендофф, я тебя люблю. Короче, ребята, ждем обновления в Play Market. Вам всем огромный респект. Обязательно поставьте лайк, если вы рады за обновление. Подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха. Всем удачи и всем пока.